нас получилась очень большая беда. А цыганская диаспора приносит соболезнь родственника погибшего. И молим Бога, что пострадавший выздоровел. Желаем ему здоровья крепкого. И никаких конфликтующих моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. За трагический момент, что произошло, хотим, чтобы виновные были наказаны. В этом будем сотрудничать с полицией, помогать, чтобы были наказаны виновные в этом. И эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить.